В Твери отремонтируют дополнительно несколько объектов улично-дорожной сети. Работы пройдут за счет сэкономленных средств. Такое решение было принято по результатам встречи губернатора Игоря Рудени и главы областного центра Алексея Огонькова. Дополнительные финансы появились благодаря выбору подрядчиков по конкурсу. Что касается точек, то в нормативное состояние приведут проезд от улицы Вакжанова, дом номер 5, до дома номер 8 по вокзальной улице. Проезд от бульвара Цанова до проезда первой складской, а также улицу Маршала Конева. Кроме того, планируется отремонтировать тротуары на улице Софьи Перовской, Октябрьском проспекте, обустроить наружное освещение на Бурашевском шоссе от Крупского моста до трассы М-10. Кроме того, в городе установят 7 дополнительных камер видеофиксации.